Я Черныш Екатерина. Хочу вам рассказать про волейбол. Играют в эту игру двумя командами на специальной площадке. Основа волейбола, английского слова «волей», означает «летающий» или «парящий». Ну а бол, как известно, мяч. Кто, где и когда придумал волейбол? Уильям Морган. Именно так звали человеку в 1859 году, придумавшего волейбол. Специальные правила волейбола тоже появились гораздо позже его возникновения, в конце 19 века. Согласно им, вес мяча должен был составлять ровно 340 граммов. Сетка для волейбола размещается на высоте ровно 198 сантиметров. Размеры площадки равнялись 7600 на 15100 сантиметров. Волейбол в СССР начал развиваться после Великой Октябрьской социалистической революции. С 1933 года проводятся розыгрыши чемпионатов СССР. Волейбол присутствовал в программе всех всесоюзных спартакиад. Советские волейболисты – шестикратные чемпионы мира, двенадцатикратные Европы, четырехкратные победители Кубка мира. Лидеры отечественного волейбола среди мужских команд «Изумруд» Екатеринбург и «Белогорье Динамик» Белгород достойно продолжают традиции российского волейбола нынешние мастера Артамонова, Тищенко, Сафронова, Гамова, Казаков, Яковлев и другие. Этот показатель является лучшим среди всех игроков национальной команды. На данный момент команда состоит из 13 волейболистов. Достижение дебютную медаль российская волейбольная команда выиграла в 1999 году, заняв первое место на Кубке мира. В 2011 году сборная Российской Федерации смогла завоевать победу на мировой лиге. Также волейболисты выиграли Кубок мира. В 2012 году россияне смогли достичь главной цели. Они стали победителями Олимпийских игр. Я являюсь капитаном команды девушек по волейболу нашей школы. Наша команда является трехкратным победителем первенства района среди девушек с 2016 по 2019 год. Также второй призер первенства района 2015-2016 год. Двукратный победитель Кубка ООАПК «Рассвет» 2016-2017 год. Черныш Екатерина 4 раза признана лучшим игроком первенства района по волейболу среди девушек. Игроки команды Голда Диана, Голда Ульяна, Голда Александр, Черныш Екатерина, Черныш Мария, Динека Вероника являются трехкратными победителями района. Также команда юношей в 2017-2018 году заняла второе место в первенстве района по волейболу. Будет невесам жарко, сложат о героях песни. Вспомните, надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны теле. Верьте, что рекорд будет. Знайте, мы близки к цели. Мы верим твердо в героев спорта. Нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Детский путь наверх сложен, лидерам сегодня трудно. Знаем, победить сможем, если совершим чудо. Судьи будут к нам строги, но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги, скажут молодцы черти. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Шествуй, Олимп, гордо, солнечной стремись награде. Ради красоты и спорта, родины своей ради. Надо побеждать честно, надо жить на свете ярко.